же я приехал? Я приехал, блядь, сейчас буду жрать. Здорово, София. Здорово, Саммер Рейн. Зачем мне тёлка? Я и сам пиздат. Короче, я уже там себе все положил на тарелочку. Поставил инсулинчику. Жду, короче, приход. Валерончику не спится. Пояс ГАСП у меня дома лежит. Я сейчас без пояса треню. Что на ужин? На ужин, как всегда, треска с рисом. Треска, запеченная в фольге. С помидорками и, блядь, луком и специями. Ну, один хуй невкусно. Если честно, блядь. Она же, сука, невкусная все равно. Ну, а чё, блядь, жру и жру. Ой, блядь, прыщик соскочил на ноге, падла. Еще и в таком месте. Я не знаю, кто такой Быченко. Блять, такие тупые вопросы. Какой должен быть объем калорий на сушке, блять? А какой вес, блин? Что делать? Блять, честно, у Крылова так у Крылова. Как-то... Че, добро пожаловать в синтоловый мир, тогда могу тебе сказать. Ну, здорово, что 96. Вот теперь иди и считай, сколько тебе надо калорий. Ну, тебя кто спрашивать-то будет? Ты вообще понимаешь, в какое место-то ты попал? В D-Athletic, если ты попал, Синтол будет твой неотъемлемый друг. Да-да, дед Сибиряка. Сейчас 3:1. Не знаю, попробуй, Рустем, вкали, расскажешь нам потом. Желательно с пикчерами, с пикчерами. Приложи пикчер, чтобы мы видели, блядь. Да, я думаю, шаурма получится, это правильно. Спасибо большое. Буду с нетерпением ждать фотографию шаурмы. Я не знаю, чем тебе помочь, Эмин. Пойди к врачу. Курсиш пишется с мягким знаком на конце. В каком ты классе, а? Звучит как оскорбление. Дамочки здесь. Видимо, тех, которые кричат, фу, уже нет. Отцвели на сегодня, блядь. Кричащие, отцветущие дамочки, блядь. Не, ну вы-то нормальные, вы не в счет. Нормальные дамочки не в счет. Почему сурены? Да-да-да, было уже такое сегодня. Пишут мне сейчас в личку ВКонтакте. Привет, Валера. Хочу приобрести... Привет, Эврика. Хочу приобрести макарон роста. Что мне, блядь, ответить этому человеку на его остроту? Ну, правильно они тебе сказали, бросай это железо. А сам-то ты чего его не бросил? Нахуй оно тебе нужно, это железо? Кинуть в ЧС? Да незачем. И томатную пасту, и макароны роста. А, блядь. Чего ответить? Иди нахуй. Кстати, да, можно ему макарон же продать, правильно? И тоже будет заебись. Я вообще хуею с вас, я читаю, блядь, некоторые сообщения, короче, спину качал, я в полном, блядь, ауте, просто пиздец. А зачем мне воду покупать?
покупать в метро кэш-энд-кэри, если у меня есть кран и очиститель для воды, блядь. Ебать, вообще. Лучше купи у меня гормон роста, блядь. Не трать на воду. Короче, ребята. Хеллоу. Ну вот и все свои собрались. Короче, ребята, сейчас я буду жестко всех чмырить. Вы готовы? На кону мастер спорта. Ебануться можно. Ну все серьезно тогда. Подушки расплылась. Короче, готовы, да, чтобы я жестко всех вас, блядь, отчмырил, а потом пошел, блядь, после этого кушать рыбу-треску, блядь, с рисом. Тогда я приступлю. Но я предупреждаю, ваши пуканы должны быть готовы, блядь. Нет, но это, естественно, не относится ко всем. Это относится не ко всем, это относится к той категории людей, короче, которые считают, что они избранные. Ну, знаете, как Нео, короче. И гордятся этим очень сильно. Сейчас я поясню. Листаю так иногда, знаете, как, ну, типа, как, ну, нет, тут сейчас не про это. Сейчас мы чисто про спорт, про качалочку, про бодибилдинг, блядь. Мы же тут все бодибилдеры. Да, протеиновые колбасы. Короче, листаешь, блядь, ленту. Я уже устал из друзей удалять долбоебов у себя. У меня и так в основном все висят в подписчиках. Но я, естественно, друзей не чистил. Ну, лифтеры, неважно, да, короче. Железные братья. Так вот, короче, я рассказываю. Я из друзей-то, как бы, блядь, не убирал остатки людей, а как бы оказывается, что надо бы убрать нахуй всех. И оставить всех в подписчиках, дабы очистить, блядь, свою ленту от говна ненужного. Вот. И тем самым, в принципе, дать своему мозгу возможность хоть немножечко отдохнуть, блядь, от непрерывных каловых масс, которые, блядь, сыпятся в моей ленте, блядь, как из рога изобилия, от того, что, блядь, у меня в друзьях находится куча людей, блядь, у которых уровень IQ, блядь, не превышает, наверное, блядь, 30. Ну, то есть он примерно приравнен, я думаю, к уровню IQ, блядь, такой средней макаки. Причем этим людям... Спасибо, Эмин. Ну, вот, но причем этим людям, что как бы к сожалению, блядь, да, им реально даже не 20 лет, когда я открываю, вот я читаю их посты, да, потом мне становится просто уже совсем грустно, я думаю, ну посмотрю хоть сколько ему лет. Я открываю, блядь, ебать, а ему больше 30, вы, блядь, представьте, больше 30, блядь. А теперь я содержу вам, содержание постов вам, блядь, примерно обрисую в двух словах, чтобы вы понимали. Дельфины намного умнее, это безусловно. Ну так вот, короче, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А речь идет о расстановке приоритетов, блядь, которая, блядь, у 8 из 10 долбоебов мужского пола напрочь отсутствует. Но про женский я вообще не говорю. То есть, блядь, на самом деле картина нарисовывается очень хуевая, она такая, знаете, блядь, унылая. Мужики тупые, а бабы шлюхи. Куда катится, блядь, перспектив будущего, блядь, здесь просто сплошная демография, сплошной рост, блядь. Шлюхи и тупые мужики, блядь. На выходе, блядь, овощебаза просто, блядь. Я в ахуе просто. Вот. Ну, собственно, теперь я поясню, о чем я. Выглядит это, короче, примерно так. Листаешь ты себе ленту, смотришь картиночки природы, там всякие, ну, я подписан на всякие, короче, там группы, знаете, с красивыми там всякими фотографиями выгружают, там Мальдивы, там Бора-Бора, и вот, и ты листаешь, короче, там пляжи всякие красивые, водопады, ну, что-нибудь, короче, такое. Вы видели, я себе частенько репощу это на свою страничку, короче. Вот, листаешь, и ты такой, блядь, в таком благоговении, тебе так охуенно. И тут, блядь, высер какого-нибудь, сука, мудачины, блядь, просто конченый, безмозглый, блядь, овощатиной такой, от которой аж разит, блядь, бодибилдингом, сука, за 20 километров, блядь, с текстом каким-нибудь типа: «У меня сегодня была тяжелая тренировка, но это не значит, что я устал. Такая же тренировка будет завтра,
и послезавтра, сука, и послезавтра я буду ебашить всегда, потому что это, блядь, хардкор. Ну, ты, короче, смотришь на этот овощ, блядь. Этот овощ весит 80 килограмм. Мышц, блядь, на нем сгулькин хер. Там водичка, там жирок и такие сладкие такие щечки румяные, блядь. И это чудо сидит на фармакологии. Этому чуду, блядь, за тридцатник лет, блядь. И все его жизненные, блядь, приоритеты, нахуй, сведены к тому, что он ебашит в зале, короче, по хардкору, блядь. И он гордится этим, потому что он занимается спортом, блядь. Он спортсмен, мать вашу. Он достиг дзена, ебаный в рот, понимаете? Ребята, блядь, куда вы катитесь? Вы что, нахуй? Это, блядь, это ничем не отличается от того, что, блядь, у парадной сидят алкаши и пьют пиво. Неужели вы не понимаете, блядь? Вот мне очень жаль, что, блядь, вашего интереса... Я предупреждал, что сейчас ваши пуканы гореть будут. Так вот, блядь, я поясняю для тех, у кого все очень грустно, и кто из всего из этого вынес только то, что суть вся в весе. Суть не в весе, блядь, а в расстановке приоритетов, блядь. Какие же вы, боже ты мой. Слушайте папу, пока папа, блядь, рассказывает вам умные вещи. Папа будет с вами не всегда. Значит, объясняю. Такие люди примитивные, блядь, которые думают, блядь, о том, что они спортсмены. По факту, блядь, спортом там и не пахнет, блядь. Там нету, блядь, никаких задатков, блядь. Там нет никакой генетики, блядь. Там, блядь, тупо неправильно расставлены приоритеты и гордость человека, блядь, зашкаливающая просто. Зашкаливающая тем, что он занимается в зале, ебашит и не пьет пиво. По факту это ничем не отличается от того, что такой же долбоеб, блядь, сидит, блядь, и каждый день пьет пиво и смотрит футбол. Между ними нет разницы. Они оба овощи, они оба бесполезные, блядь. Они оба дебилы, от которых нету пользы, блядь. Они оба нищеброды, которые не могут, блядь, прокормить ни себя, блядь, ни свою семью, блядь, ни своих родных. Они оба идиоты, которые все свои деньги один тратит на бухло, а второй, сука, на три упаковки метана. Это неудачники, блядь. Не надо такими быть. Не надо, блядь. Надо изначально приоритеты расставлять, а приоритеты, блядь, должны быть расставлены примерно так. Надо, блядь, стремиться заниматься тем, в чем вы можете преуспеть. Не надо, блядь, тратить все свое время на то, в чем у вас нету перспективы. Все же, сука, очень просто. Если, блядь, вам 25, и вы нихуя не соревнующийся бодибилдер, блядь, с уже растущей наверх карьерой, то не быть вам бодибилдером и в 30 тоже, как вы не понимаете, блядь, этого. Соревновательный уровень и любительский уровень, блядь, это день и ночь, а уровень соревновательный высокий и просто соревновательный, это, блядь, пропасть вообще. Зачем, блядь, страдать хуйнёй, блядь, убиваться нахуй и орать с пеной, блядь, у рта всем, что я бодибилдер и я ебашу в зале? Да пойди ты, блядь, займись каким-нибудь важным делом, блядь, заработай нормально денег, блядь, сука, заведи семью, блядь, ну, в конце концов, маму с папой начни кормить. А вот если ты ходишь, вот, блядь, ну, Рустем, ну, не расстраивайте меня, правда, я же говорю, я очень сильно, блядь, начинаю переживать по поводу интеллекта, когда такие вопросы читаю. Я же говорю, есть две большие разницы, когда ты занимаешься любительски, не убиваешь в это все свое время, а делаешь это для того, чтобы чувствовать себя хорошо и быть здоровым, блядь, физически здоровым человеком, блядь. У тебя нормально расставлены приоритеты, у тебя есть в жизни свои ценности, блядь. И ты не убиваешь все свое время на качалку с криками «Я хожу в качалку!». Тогда ты нормальный человек, тогда ты тот, кому я могу пожать руку и сказать, что ты молодец, блядь. А если ты тот человек, который с утра до вечера ходит в качалку, блядь, но его как никто не знал, так никто и не знает, тогда ты глупец. Чувствуешь разницу? Ох, блядь, так и знал, что у вас пуканы-то подожгутся, потому что вы половину сказанного мной не поймете. Ну, спрашивайте, коли не поняли, о чем речь. Ну, если не горит, значит, ты понял донесенную мной информацию. Как правило, гореть начинает у тех людей, блядь, у
у которых нихуя не получается, блядь. Они не, это знаете, это как, блядь, это как Россия. Это реально как Россия. Когда не может признать, блядь, руководство страны в том, что они все делают не так, блядь. И в том, чтобы, блядь, нужно перестроить напрочь всю модель, и тогда, возможно, все получится заебись. Нет, мы будем до последнего кричать, что мы самые сильные, блядь, мы самые лучшие, мы самые охуенные. Так вот здесь на другом уровне, но суть такая же, блядь. Пока ты не поймешь, в чем ты хорош, а в чем ты никакущий, блядь, смысла нету ни в этом, блядь, ну просто никакого. Ребята, блядь, кто будет писать пробой Тихомирова с дочей, просто будут в бану летать, блядь, как люди, блядь, низшего сословия, вы уж извините. Рустем норм написал, красавчик, блядь. Я бухал, понял, что не мое, блядь. А, бля, прикольно, не могу. Средний возраст, да, зашкаливает, блядь, за плюс 16, я вижу. Я знал, что я подожгу ваши жопы. Лиза, а ты с кем сейчас разговариваешь? У тебя что-то случилось нехорошее в жизни, что ты такая злая? Со мной разговариваешь? Ты моя сладкая. Что ж такая агрессивная? Ты, может быть, что-то венерическое где-то подхватила? Как-то неудачно куда-то сходила? Давайте дождемся ответа, ребят. Всех же беспокоит. Это очень агрессивная девушка. Она даже не может сформулировать свою мысль. У нее, видать, руки дрожат. Это значит, у нее высокий очень адреналин сейчас. Волнуется. Надо выждать, Лиза. Подыши глубоко, а потом напиши. Я отвечу тебе на вопрос нормально. Да я понимаю, что это фейк, что это не баба. Бабы так не пишут. Просто она весит 120. Просто оно весит 120 и поэтому очень волнуется. В дурку не могу, в бан могу. Это мои конкуренты. Там загорело очень. Чтобы были мысли, это гениально, Саммер Рэйн. Нужен мозг. Ну, как вариант, у некоторых спинной думает еще. Я не знаю, что такое вейпер. Ребят, вы хоть просветите, а то все пишут про вейп какой-то. А я даже не понимаю, о чем речь. То хайп какой-то, то вейперы какие-то. Блять, what the fuck is going on? Вейпинг, электронная куриль. Блять, да я не понимаю. Электронный кальян. Треску сметать. Пора, но если я пойду сметать треску, то у меня вырубится перископ. И вы все будете плакать. А, ну я понял, да, ты все равно избранный, окей. Ладно, ладно, все, я понял, короче, электронная сигарета, я понял. What's up, bro? Fine, thank you very much. Здорово, Джонни. Не поешь, не вырастешь. Да я сейчас пожру нормально, у меня там порцайка такая, что на всю ночь хватит. Jesus. Ну, практически, да. А вообще, я не в курсе, он английский-то знал. Мне кажется, он на каком-то другом разговаривал, или он должен был на английском уже тогда. А вы видели сегодня прикол, ребята, когда, короче, в предыдущей трансляции из зала, час назад, я начал стебать какую-то девушку, короче, она написала, ты же крещеный. Зачем ты так говоришь со мной? Я говорю, слышь, говорю, ты же крещеный, зачем ты ебешься? Блять, это реально от души мне так доставило, вообще пиздец. Она начала писать, фу, как ты можешь так говорить? Пиздец.
делать? Я говорю, прикинь, а ты, наверное, говорю, еще и в жопу ебешься иногда. Ты же крещенная. Я говорю, ты с ума сошла, что ли, блядь? Я говорю, а прикинь, говорю, есть порноактеры крещенные. Ты представляешь, говорю, блядь? Это пиздец вообще. Вот это логика, да, у человека, блядь? То есть, если крещенный, значит, в монастырь сразу должен идти. Блядь, она выиграет. Она жрет, блядь, за троих, сука. Маленькая, жручая. Разрыв шаблона, да. Да я говорил уже, в среднем 3000 на 2 дня. Вот меня тоже заинтересовало вот после этой фразы «фу», я ей сказал, говорю, ты небось еще, говорю, в жопу ебешься и тоже «фу» говоришь, да? И есть такая, блядь, часть, категория такая, блядь, телочек, которая говорит «фу», а потом делает все то, про что она «фу» говорит. Но только она об этом никому не говорит, блядь. Причем еще и матом ругается, блядь, в процессе, блядь. И говорит, давай еще, блядь, поглубже, сука. Давай жестче, блядь. Берет тебя за булки и сама тобой себя еще трахает в этот момент. Ужасно. Ужасное поколение. Ужасно. Я прям чувствую, что мне пора семинары по оздоровлению нации проводить. Прям по оздоровлению социума, так сказать, его морального облика. Деградируете, товарищи. Это очень-очень плохо. Тренировка ништяк, такой ништяк, что пиздец. Санитар общества, да, это я. Совершенно бесплатно. 1000 рублей вход. Так я и говорю, 1000 рублей вход. Ты уже видишь чудовище? Уловил с лету. Только политику не трогай, иначе будешь как говорить. Политику нельзя. Не-не-не-не. Зачем мне политика? Нахуй мне политика. Я специализируюсь на бодибилдинге и на взаимоотношениях полов. Вот моя специализация. Буду как волку. Душить их буду, сука. Душить. 3000 как и консультация? Не, ну зачем? Вход бесплатно, выход платно. Вход бесплатно, выход с покупочкой. А там уже расстанчик у нас. Я хочу засунуть понятно. Ты с кем вообще сейчас разговариваешь? О ком это ты? Грубо так написал. Личностным тренером. Ну, короче, мне похуй. Главное, чтобы бабки платили. Могу личностным, могу, блядь, общим. Давай еще немножечко заряда. Хайпанем сейчас немножко заряда на телефон и пойдем жрать. На выходе, да, 5 пачек растана и норм, меня устраивает. Устраивает, нормально. Сегодня, а? Какой самый дорогой зал в Питере? World Class, я думаю. Какой-нибудь там на Крестовском. Блядь, вставай, сука. Фух, ёпта мать. Как я устал. Зимал мне присутствовал на каждом семинаре. Ха-ха, зимнул со мной одно время. Это я. Ну чё, норм, да? Вроде не хуже, чем у Леврона на фотке Дельта выглядит, правда? Я не знаю, что это такое, братиш. Братиш, ну я не знаю, что это такое. Спину покажи, да? Сейчас просто возьму, повернусь, блядь, спиной и покажу вам её. Эй, спина, покажись. Ладно, спокойной ночи, пора, давай сдавайся. Да где они? В Манди. Вот как хочу сказать, да. Мне даже не надо садиться так, как сидел Долер, чтобы вылезла трапеция. Мне даже не надо пытаться сделать так, чтобы она вылезла, сука. Она вылазит, даже если я не хочу, чтобы она вылазила. Ах уж это, блядь, трапеция. Ноги как стулья. Стулья, как ноги. Нормальные ноги, симпатяж. Чё, о, смотри какой.
Секас, блядь. Смотрите, какой секас. Ну, пизда-то же, чего? Двойной мизинец спереди. Давай, пока. Дневник качка. Тогда бы набежало сразу народ дохуя. Кстати, суши уже заметили. Потому что мне тяжело. Ну, походу, вы нихуя не заметили. Ну и хуй с вами. Только не говори никому, Станислав. Надо поддерживать легенду, что я в штанах, когда пишут «Наги, где наги, блядь?» Мы должны поддерживать это. Ох ты, ёпта. Да, есть немного. И сейчас дамочки такие, а суши где? Ну тогда, блядь, что я могу сказать? Придется слать их нахуй, потому что суши нету. Да у меня все пиздато, Честер. И плечи. Не-не-не-не, лифтер еще нет. Погодите еще, погодите. Задний пучочек, видали, как вылезает? Охуеть. Валерон, это просто охуеть. Как тебе удалось это сделать? Поднабрать в ногах. Я посоветую тебе, блядь, качать ноги тяжело, мой друг. И ты обязательно в них поднаберешь. Отлично, ебашь дальше. Вы своими ебучими комментами, блядь, закрыли мои бесподобные ляжки. Ковер, блядь, да ковер космос. Почти как я. Та-дам. Ну все. Сейчас я пожру. Скриним, скриним, блядь. А что вы скринить-то хотели? Что там скринить-то? Продолжим. Почему без соли? Соль можно, перец можно, что за бред? Где ты такое услышал? Какой дебил, блядь, будет есть еду без соли? Спасибо. Без перца. Мама, спасибо. Спасибо. Thank you very much. Да не, ну она просто сама по себе рыба-то как бы не алё. Анна, нам тебя так не хватало. Я как раз думал, придет какая-нибудь тупая овца посоревноваться со мной интеллектом или не придет. И тут ебать, вот она, ты красивая, нарисовалась. Ну давай, аргументируй, начнем. И я готов. Мочи же, Анюта, ну пожалуйста. Я буду с тобой нежный, обещаю. Я даже без матов с тобой справлюсь. Ну ладно, нет так нет. Где эта повариха? Сватья баба Бабариха. И дала ему венца, ланцадрица, гоп-ца-ца.
Ну вы же знаете, пацаны, интеллектуальные батлы с Валерой, они не всегда, блядь, в пользу того, кто, блядь, решил этот батл инициировать, заканчиваются. Особенно если его начинает тёлочка. Да. Да и хуй с ней. О, еще и плохо видно. Но когда плохо видно, тогда вообще разговор не получится, мне кажется. У нас не сложится с тобой. Ты меня не видишь. Я тебя не слышу. Да. Хотя, с другой стороны, если ты меня не видишь, все недостатки моей фигуры будут скрыты от тебя. А если я тебя не слышу, то все недостатки твоего интеллекта будут скрыты от меня. Глядишь, у нас и срастется. Кстати, это, кстати, тоже очень хорошо, потому что вдруг у тебя голос неприятный, писклявый. А я пиздец, как не люблю, когда у бабы писклявый голос. Мне ее хочется как комара ебануть, чтобы не пищал. Блять, смешной не то слово. Я смешнее, чем Эдди Мерфи в свои лучшие годы. Только белый. Сколько раз в день кушаю, пока все не сожру. Это ты про что, София? Ну как она сосет, мы не знаем. А, про Мерфи. Не знаю, я на ходу придумываю. Записывайте, успеваешь, да? Погоди, ты определись уже, добрый я там, злой я, страшный я или Халк. Чувствуешь разницу? Мне кажется, ты потекла. И по этой причине у тебя комментарии из разряда гадких начинают превращаться в лесть. Прекрати мне льстить, а то ты превратишься в одну из моих поклонниц. Это, кстати, очень, блядь, затягивает. Потом не сможешь, блядь, без моего перископа засыпать даже. Я вот ночью выхожу, и все девчонки приходят, чтобы посмотреть на меня, чтобы потом спалось лучше. Так что, блядь, аккуратно надо. Это я с виду такой страшный. А потом, глядишь, уже примелькался, блядь, и вроде как заебись. Даже без матов, без моих спать не сможешь. Конечно, не заснешь, пока не подрочишь. Потеребонькаешь немножко себе на мои фотки в Инстаграме. И сладенько так. И захрапишь. Ты, главное, запоминай порядок действий. Ну, если что, можешь меня спросить, я тебе напомню. Не сначала захрапеть, а потом теребонькать, когда проснешься, а сначала теребонькать, а потом храпеть. Ой. Что-то вы сегодня меня лайкаете, там 3 человека, походу, меня лайкает, и все. Ах, вы жадные на лайки, скоты. Ненавижу вас. Знаете, что я за это сделаю, блядь? Я сбрею бороду завтра, и все, блядь. Вы получите свое, козлы. Да. Нет, сбрею. Да нет, я ее подровняю, ладно, серьезно. Ну просто уже некрасиво. Некрасиво. Аня тем более пришла, сказала, что я какой-то страшный. Я сразу по этому поводу начал переживать и решил, что все дело в бороде. Реально, дело в бороде. И в ботокс еще в лоб себе поставлю, чтобы морщины, блядь, немножко сократились. А то, сука, какой-то лоб говорящий уже. Беспредел просто. И все. И буду как Никита везде побрито. Точно. Сбрей, оставь, оставь, сбрей. Уходите из моей головы. Эмин, ты как вчера родился. Ну, с головы на самом деле волосы долой, это вообще не проблема. Они выпадают стабильно сами. Скоро она будет лысенькая-лысенькая. Ну так я периодически, пока я подстригаю машиночкой, сам. Не, длинная борода мне не пойдет. Я тогда вас всех буду еще это, грехи вам отпускать, как поп. Так,
раз Аней перестало пахнуть. Аня, ты почему замолчала? Давай колись. Ты уже шаришь мой Инстаграм, наверное. Ходила. Да. Ну, если умеючи, то можно за несколько минут справиться. Клиторальный оргазм — дело такое, он очень быстрый. Хуяк-хуяк и готово. Да, девки? Признавайтесь, кто умеет делать сквирт. Блять, если сейчас в моей трансляции кто-нибудь из вас, блять, есть, кто умеет делать сквирт, девки, все, пиздец, зову на свидание. Здорово, Лаврентий. Че, никто не умеет, да? Че молчите? Лаврентий, я уже поздоровался с тобой. Так и знал. Так и знал. Блять, у всех один ответ. Сложно. Тренироваться надо, блин. Тренироваться. Че, блин, мужики, у меня тут как минимум 3 девушки сидит. Как минимум. А может даже 4. Ебашить надо. Точно. Да хули, с практикой все приходит. Прикинь, такая, дрочишь ты неделю, две, месяц, и тут как тудух, блядь, фонтан такой, прикинь. И ты такая, юху, получилось. Я читал, что от этого дела намного ярче. Да-да-да. Ой, мне все равно, о чем говорить за едой. Нет, надо повесить мою фотку у себя на двери. И, короче, расставить ноги, короче, и дрочить, смотря на мою фотку. Если у вас сквирт получится, чтобы прямо в фотку летело. Пау! Нормально будет, что. Бля, у меня сейчас сядет телефон, короче. Короче, я засмущал девок, девки молчат, я понял. Меня в аду ждут? Не знаю, может быть и ждут. Значит, когда-нибудь дождутся. Ты особо-то не радуйся, может, тебя там тоже ждут. Что ты думаешь, блядь, такой в рай собрался? Для бодибилдеров там отдельный котел. Вип-место. Ну, дружочек. Если я там буду, там увидимся. Я буду их персональным тренером. Я создам там свою армию. И буду им там растан продавать. С хайгетом. Поставочки организую. Норм, все будет. Чики-пуки, блядь. Конечно, стоит качать 2 раза, естественно, как ты хотел. Сами, что ли, расти будут. Писали. Блин, так неинтересно. Все девки разбежались. Одна София у нас завсегдатая теперь. Держится до упора. Я не скажу, ребят, цифры контрактов — это, блядь, секрет.
Скажу одно, больше, чем вам в офисе платят. Ага, ага, лайкайте. А как про сквирт спросил, так все замолчали сразу. А мне вот реально интересно, чё вы такие неразговорчивые, когда я что-нибудь откровенное спрашиваю? Слабачка, что ли? А? А? Перед Валерой, блядь, нет секретов, все можно рассказывать. Я фактически ваш отец, наставник. Вот так вот. Передо мной у девок отказывает все. Не только ноги. Я же секас. Лаврентий, какой ты? Ладно, ничего. Вы еще привыкнете ко мне. Это у вас это, как это называется? Первый культурный шок, девчата. Потом сами будете говорить. Раз такая, в личку приходит сообщение мне. Валера, Валера, у меня сегодня сквирт получился. Я говорю, молодец. Поздравляю тебя, дочь моя. Благословляю. Ой, не помню уже, это долгий разговор. Да-да, неси зачетку. За щетку. За щеку неси. Ну ладно, что вы, пошутили, нормально пошутили. Блять, у меня тут длинный волос в еде. Подозреваю, менты подбросили. Нехорошо это, нехорошо. Не, серьезно. У меня вот не было таких знакомых, которые умели это делать, девушек. А как, блядь, порнухи насмотрелся, так любопытно. Просто пиздец. Я серьезно. Я? Нет. О чем ты говоришь? Как ты можешь такие мысли в свою голову пускать? А, даёмся бельё стирать. Нет, нельзя без него. Нельзя. Хочешь большие ноги, будешь приседать. Блять, что-то здесь костей столько в этой треске, это пиздец просто. Костлявая. Полностью согласен, я вот ничего не умею. Вот, лифтер, полностью с тобой согласен. Я считаю так, она наделала, она и стирает. Кто нассал, блядь, в тапке, тот и стирает в тапке. Правильно? Правильно. Ну, в машинку еще складывать все надо. Правильно. Дай кошке пизды. Чертовой бабушке матриархат. Унижай, доминируй, блядь. Властвуй. Да-да, ты ей еще пня будешь давать. Говорит, ты нагадила, сучка. Лицом ее в это белье, которое она боссала. Стирай. Пня ей под сраку. Она, ну перестань. Сука. Если что, это не я начал разговор этот. Это вы все придумали. Мне вообще такие темы не интересны. Я вообще-то только спортом занимаюсь, бодибилдинг, все дела.
Эмин, мне кажется, ты вообще не из этого мира, блядь. Тут разговор про такую хуйню идет, а ты меня про гейнеры спрашиваешь. Пацаны во дворе сказали. Это знаете, как сидит компания, короче, да, такая, за столом. Обсуждают, блядь, там какие-нибудь взаимоотношения. И один из ребят такой, ни с того ни с сего. А вы смотрели, короче, вчера, как гол забил Роналдо? И все такие, кто, и при этом никто в компании футбол не смотрит. На него все такие поворачивают. Че? Ох уж это, блядь, треска. Умеешь ты, Эмин, разбавить атмосферу унылости. Оригинальный ты такой человек, оригинальный. Всучивай свой вопрос. Красная рыба, конечно, нравится, но красную рыбу каждый день нельзя. Она жирная, мой дорогой. А ты уходила? Ну, на самом деле ты зря пришла, потому что телефон у меня сейчас точно сядет. А я еду не доел, поэтому на зарядку не пойду. Да, мы даже не заметили, представляешь? Вот уроды. Какие пёзды? Вообще не понимаю, о чем ты. У нас серьезный разговор, мы про гейнер разговариваем с Эмином здесь. Ребят, у нас тут Тихомиров наклевывается новый. Что делать, пацаны? Пацаны, что делать? Я растерялся. Подсобите, а? Драться, однозначно драться. Прими вызов, ты что, слабак? Прими вызов, я сказал. Отправлять к дочери. Это, кстати, хорошая штука. Мне нравится вариант. Запозирую в мясо просто, блядь. Уничтожу. Двойным бицепсом сзади. Да за меня София всех отпиздит и все. Да, София? Дашь им всем пизды? Ну давай, а ты бабалите тогда ему. А может даже они малите, блядь. Во, ништяк. Короче, давай на ММА и потом будешь вызовы принимать за меня. Я всех буду к тебе отсылать. Буду говорить, если что, все идите к Софии. О, вообще, это очень оригинально. Про пулю ты вообще красавчик просто. Ты большой интеллект, мой друг. Не зря учился в школе. Я прям помню, нам так на уроках и говорили обществознания. Одна пуля, говорят, и ваш бицепс ни к чему. А выдави, пожалуйста, еще чего-нибудь, чтобы мы с ребятами покричали немножко, а? Ну, пожалуйста. Чтобы, так сказать, спалось хорошо. Нынче редко встретишь человека с хорошим юмором. Ну вот, уже вторая отличная шутка. Ребятами, где они? Не вижу ребят. Не знаю, Лаврентий. Лаврентий, тихо, тихо, а то меня, блядь, сейчас приедут, быстро скрутят. Да было дело, занимал как-то.
первое место несколько раз. Яровая бдит. Бздит. Ребят, мне кажется, что Ричу пора в бан, да? Мне кажется, он не из нашей тусовки. Он попал сюда случайно. Отлично. Нам тоже. Пока.